была признана ситуация с судном «Делфи» как чрезвычайная ситуация местного значения. Согласно принятому решению, мы обязаны создать штаб, городской штаб, и организовать работу по тому, чтобы убрать наконец-то это судно с Одесского пляжа. Я подписал распоряжение, в котором определил руководителя штаба, им будет Подгайный Сергей Григорьевич, мой заместитель, который возглавил штаб. В штаб входят представители администрации морских портов Украины, также наши сотрудники. Сегодня проведено предварительное совещание, мы определили порядок наших действий. По предварительным нашим оценкам у нас есть уже список тех компаний, которые способны это сделать. Причем основным нашим требованием было, есть и остается изъятие или буксировка этого судна целиком, не по частям. Сегодня пытаются нас убедить, склонить к тому, что его можно резать на месте. Это, считаю, что крайняя, совершенно крайняя мера, которой мы на сегодняшний день не видим оснований переходить. Есть сегодня плавсредство, есть плавкран, который находится в Румынии, более 1600 тонн он способен поднять. Вес судна примерно 600 тонн, ну, с учетом намытой там песка и так далее, может чуть больше. Есть также плавкран, который находится в Турции, грузоподъемность которого 680 тонн. Также мы рассматриваем вопрос, это осадка данных плавкранов позволяет им подойти на то расстояние, на котором они смогут поднять. Я хочу еще раз сказать, что по той информации, которую располагаю, по тем планам, которые мы строим, у нас есть все возможности убрать это судно в кратчайшее время. Для этого сейчас разобраться план проведения работ. И в ближайшее время мы проинформируем одесситов о нашем плане действий.